Британский актер Энтони Хопкинс заявил, что счастлив быть алкоголиком. Он также рассказал о преимуществах своего пристрастия. Звезда Голливуда называет алкогольную зависимость великолепным даром. «Куда бы я ни пошел, эта пропасть следует за мной», — говорит Хопкинс. Более того, лауреат премии «Оскар» рассказал, что спиртное — движущая сила его творчества. «Это моя вулканическая ярость, которую я использую как топливо, ракетное топливо. Конечно, пристрастие может разорвать тебя на куски и убить», — сказал актер. Как пояснил артист, свою ярость он направляет в рабочее русло. «Если ему это не удается, то злоба становится неконтролируемой», — передает The Guardian. Хопкинс вспомнил, что в 1975 году он пытался бросить пить, однако столкнулся с огромной проблемой. Он не смог взять под контроль свой бешеный характер. Артист привел славу своей матери, которая вдохновила его на принятие своей слабости. «Она сказала мне тогда, почему бы тебе просто не быть ублюдком, которым ты на самом деле являешься, я же знаю, что ты на самом деле монстр. Я согласился с ней», — призналась звезда. Напомним, в мае 2018 года случайная прохожая приняла Хопкинса за бездомного на съемках фильма «Король Лир» в английском городе Стивенидж. Женщина рассказала актеру с мировым именем, где он сможет переночевать вместе со своими пожитками.